Быть похожими на Софью Коныжеву мечтает каждый воспитанник отделения легкой атлетики детско-юношеской спортивной школы «Дмитров». Соня – безоговорочный лидер среди юных легкоатлетов и гордость тренера Сергея Курбатова. Судите сами, девушка является кандидатом в мастера спорта в нескольких дисциплинах, в том числе олимпийских. Бег 60 метров с барьерами, бег 100 метров с барьерами, прыжки в высоту и легкоатлетическое многоборье. 12 лет назад тренер Сергей Курбатов обратил внимание на маленькую бегунью на одном из спортивных городских мероприятий. В легкоатлетику я пришла лет, наверное, в 7-8. Как раз сразу к Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич меня позвал, когда я выступала на районных соревнованиях, бежала за школу. Вот. То есть он тебя увидел, да? Да, он меня увидел. Он хорошо знает мою маму. Он был у нее учитель физкультуры, и поэтому через маму он меня пригласил, и мама меня отвела. Но сначала мы тренировались не так часто, потому что я ходила еще и на аэробику к Межберг Наталье Викторовне. Вот. А потом я уже полностью перешла на легкоатлетику. На первой же тренировке Соня поняла, что это то, что ей нужно. Глаза девочки горели от многообразия дисциплин легкой атлетики. Ей хотелось попробовать себя во всем – и в гладком беге, и в беге с барьерами, и в прыжках, и даже в метании снарядов. И тренер дал ей такую возможность. Помню, как мы метали с Сергеем Николаевичем копье, когда мне было лет 8, наверное. Есть фотографии даже, что вот я, моя сестра, и мы стоим с огромным копьем, и Сергей Николаевич нам что-то объясняет. Но, правда, его мы тогда еще не метали, потому что маленькие были, а вот палки мы метали. Все у Сергея Николаевича проходят через многоборье. То есть, это вообще, наверное, часто тренера так учат детей сначала делать все, а потом что получится, то получится. Вот. Но я как-то начала многоборье и пошла в многоборье. Как бы делала все. Вот. И поэтому, мне это самое больше нравится. Барьеры, высота. А в многоборье еще надо 800 бежать. Вот. Но так как получается, все вроде делать, так и делаю. На одном из первых своих соревнований в Клину Соня бежала дистанцию с девочками, которые были старше ее на год. Из-за нелепой ошибки дмитровчанка упала в середине забега. Как самой юной участнице ей вручили утешительный памятный приз. Другая бы расстроилась, но не Софья. Ей еще больше захотелось догонять и перегонять старших. Позднее это стало у нее получаться на соревнованиях по прыжкам в высоту. Каждая взятая высота стимулировала ее. А если не получалось перепрыгивать планку, она вместе с тренером анализировала свои ошибки и изменяла свой тренировочный график. Первый крупный успех пришел к Софье в 2012 году. Тогда она выиграла всероссийскую спартакиаду среди детских спортивных школ в городе Саранске. Соня пошла! Набегай! Набегай, Соня, набегай! Набегай! Набегай до конца, набегай! До конца! И я первый раз в жизни выиграла Россию по 100 метров с барьерами. И я просто помню ощущение, это было восхитительно, когда ты прибегаешь на финиш, и ты понимаешь, что ты первая в России. А это было очень классно. Каждый год Софья Коныжева участвовала и участвует в первенствах Московской области по легкой атлетике в разных дисциплинах и всегда возвращается домой с медалями. Кроме того, она неоднократно занимала призовые места во всероссийских и международных стартах – «Шиповка юных», «Кремлевская миля», а также в межрегиональных турнирах. Пару лет назад она стала серебряным призером по многоборьям в Адлере в своем возрасте. На последнем первенстве Московской области я прыгнула 1,70 м в высоту, выиграла длину, правда, со средним результатом. Я ее делала просто третьим видом подряд, поэтому я уже подустала к этому моменту. 5,36 я прыгнула в длину. И третья была на барьерах, там еще 50 метров с барьерами получилось. Тоже такой приличный результат, несмотря на то, что делала все подряд, все виды, и туда-сюда бегала, вроде все получилось, как хотелось. В феврале этого года Софья показала свой самый высокий результат в карьере. 9-е место на первенстве России по легкоатлетическому многоборью, набрав 3655 очков.
В этот вид входят 5 упражнений. Бег 60 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину и бег 800 метров. Ну, я как бы в течение лет 5-6 езжу на эти соревнования. Мне очень нравится сама организация и то, что спортсмены всех возрастов, то есть можно учиться у взрослых женщин, как они делают. И вот и на этих соревнованиях я была 9-я. Что я считаю, что для меня достаточно прилично. Вот, выполнила свой личный рекорд на высоте 1,75 м прыгнула. Это кандидат мастера спорта. Вот. Но единственное, что подкачало, это ядро. Вот, не получилось. А так все, в принципе, средненько. По кандидату мастера спорта, в принципе, многоборье сделала. Взрослая. Совсем немного, 7 сантиметров, Софье не хватило для выполнения норматива мастера спорта по прыжкам в высоту. Но зато есть к чему стремиться. Прыжки в высоту – это одна из любимых дисциплин спортсменки. Так же, как и бег на короткие дистанции. Хотя сама она считает, что для взятия высоты ей немного не хватает роста. Если получится, хочется, конечно, выполнить мастера спорта. Но это достаточно сложная задача, потому что если сейчас у меня 175 сантиметров в высоте, то мастер спорта это 182, вот, и 7 сантиметров это существенная разница, вот, ну, посмотрим, как дальше пойдет. Вот для высоты я не вышла ростом, если честно, потому что мой рост 170, и я считаю, что даже если я прыгну на 10 сантиметров выше своего роста, уже будет хорошо, потому что девочки, вот, которые 180, им попроще прыгать, ну, хотя это тоже так. Палка о двух концах, потому что у них и вес больше. Вот. Но на самом деле все высотницы, если вы посмотрите, они высокого роста. Вот. Поэтому задатков у меня для высоты так особо нет. Я считаю того, что я прыгучая достаточно, но просто роста нет. Вот. Поэтому а талантливая или нет, я больше думаю, что я трудолюбивая больше. Мне просто нравится. Вот как Сергей Николаевич меня зарядил, вот так я и тренируюсь до сих пор. Спорт дмитровчанка успешно совмещает с учебой на 4-м курсе Московского физико-технического института. Софья – начинающий физик, и свою будущую специальность она любит не меньше, чем спорт. Кстати, спортивную честь института девушка успешно защищает на студенческих соревнованиях. Находясь большую часть времени на базовой кафедре, она поздними вечерами самостоятельно тренируется на улице. Положение спасают выходные, когда спортсменка приезжает домой в родной Дмитров и сразу спешит на стадион «Локомотив» к любимому наставнику. Он меня научил любви к спорту, потому что это человек, который вот он фанат. Потому что какие бы ужасные условия тренировок не были, он всегда найдет, что поделать. Это где мы только не тренировались, собственно говоря, и в каких только условиях. Потому что, ну, зал может быть занят, но всегда, значит, на улице, значит, в качалочку, значит, куда-нибудь резиночку привязывают, обязательно какие-нибудь упражнения поделаем. Вот. То есть это, наверное, вот основное, чему он научил, это меня, то, что можно тренироваться вне зависимости от условий, главное, чтобы было желание. Всегда можно пойти, побегать и что-то поделать. Я со своей стороны, как тренер, я доволен, что она у меня есть. Я иду ей навстречу. То есть она не всегда бывает приезжает в то время, когда у нас проводятся тренировки. Я остаюсь с ней, то есть стараюсь помочь ей. Она, соответственно, поднимает мой престиж, можно так сказать. Вот. Я, ну, как бы, всех своих детей, которые у меня сейчас есть, равняю именно только по ней. По вот ее целеустремленности, работоспособности, по желанию. Потому что у нее есть желание. Она бывает приезжает очень усталая, очень разобранная, как я говорю. Но старается что-то делать. Я пытаюсь ее как-то и уговорить, и подбодрить. И потом все у нас получается. Софья Коножева после окончания института мечтает работать по специальности и заниматься своим вторым любимым делом – легкой атлетикой. И, возможно, тренировать подрастающее поколение. Мечты сбываются. Пусть все получится и у нее. В свои 20 лет она заслужила это по праву.